В областном центре открылся новый участковый пункт полиции. Он расположился в 11-м доме на Университетской набережной. С помещением хранителем порядка помогла городская администрация. А само открытие участка было приурочено к 99-й годовщине со дня образования службы участковых полномоченных полиции. Здесь новое оборудование, новая оргтехника, прекрасный ремонт. А это комфортные условия как и для сотрудника, который будет здесь работать, так и для граждан, которые будут сюда приходить и обращаться за помощью. Мы стараемся вместе с администрацией, чтобы вот эти комфортные условия были для всех. Главное же удобство для граждан – шаговая доступность участка. Раньше за помощью полицейских людям приходилось преодолевать приличное расстояние. Участковый пункт милиции был на Железнодорожной улице, и очень далеко добираться. Я просто от многих жителей слушал, я здесь живу, я подчеркиваю, жители плюс к всему еще. Вот, и сказали, что очень удобно здесь это место открыли. Микрорайон очень огромный, население очень огромное, молодежь живет, и все-все. Очень удобно и быстро добираться, особенно ветеранам. Всего на участке проживает свыше 5000 человек. Полицейские уверены, открытие нового пункта благоприятно скажется на обстановке в районе. Прием граждан будет вести трижды в неделю, во вторник и четверг с 17 до 19 часов, в субботу с 13 до 15.